маркиз и один из старших котиков. Наверное, это Соня, потому что изумрудоглазик и два младших в малиновом сарайчике обедают. Киса, Фросин сынок. Ох, как делается похожим на мамку. Киса. А там птички. Ой, все. По-серьезному. По-серьезному, кисонька. Принесла горячее молоко, чтобы с тем холодненьким подогреть. Ну, до вечера им еще должно хватить еды. Что, маркиз? Опять проголодался. Вот ты погладиться не даст. Убежит. Маркиз, не бойся. Ну, не бойся. Ну, не бойся. В общем, я поняла, наш сосед Василий Константинович успешно гоняет котов, поэтому они такие шуганные. Ну, как сказать, его соседское дело, хозяйское, как говорится, пускай гоняет, но только чтобы не бил. Я как бы сама, наверное, не буду эту тему поднимать, попрошу Борислава, чтобы как-то дипломатически ему сказал об этом. Пускай гоняет со своей территории, только чтобы не бил. Но они, очевидно, шуганные. Когда-то в одном из видео я это активно проговаривала. Не могла понять, почему наши коты, которые были такие домашние, такие ласковые, все четверо, стали такие шуганные, шарахались даже от меня. Не бойся. Да, дверь закрылась по моей руке. Вот так вот, маркиз, такая жизнь. Хочет покушать и хочет убежать одновременно. Передумал уходить. Я ухожу. Сейчас он, конечно, устроится, чтобы еще что-нибудь покушать. Я ухожу. Да, прыгай. Прыгай на полочку. Давай. Давай, прыгай на полочку. Я ухожу. Ну, давай, маркиз, давай. Не роби. Парочка. Старший брат, младший брат. Опа. Третий. Втроем, короче, играют. Друг на друга нападают. Два взрослых, два старших и один малый. Хвостик телепается. Конечно, надо достать. Ах, лапа короткая. Чик. Опа. Папах. Все. Чик-чик-чик. С какой высоты прыгнул кот младший? Вот с этой абрикоски. С самого верха. Самого верха, вот с той ветки самой толстой, которая центральная, вот ствол. Вот здесь вот на землю. Я аж прямо ахнула. Вай. Короче, вот сейчас, нет, это не центральная, вот это вот с этой высоты, вот отсюда. Ой, чего он прыгнул? То ли свалился, то ли что. И прямо сразу на землю. Чего они вцепились в эту абрику? Ой. Зацепилась за кота. Ой, вон играют. Там тоже тепло, солнцем согрето. Ой, лапкой ударился. А я на кота наступила, но только как-то боком. Опа! А, у них же, да-да, там это такой парничок закрытый. Ого, там вода сверху чуть-чуть. Ну ничего, там еще не особо что проросло, не повредит. А, у них там такой палаточка такая, шатер такой. Угу.
Любят они это дело. Любят они это дело. Скок, скок, скок. Так. Опа. Вот это вот ходить по этим... Сейчас. Сейчас будет еще продолжение игры. Ходить по этим жердочкам. Милое дело. Что-то пошел мимо. Чик. А, сам собой играет. Это тарахтит вентилятор от кротов. Они реагируют. Вообще, конечно, жалко, что сосед, получается, несколько агрессивен по отношению к нашим котам. Но мы этого лично не видели. Просто потому, как он закрыл прутиками там, где был ихний проход, заборчик. Опа. Все ясно стало. Как они шарахаются во дворе, чего вообще не было ни зимой, ни осенью. Они никогда не шарахались, даже от меня. Что-то там ударюсь, обо что-то грухну, что-нибудь. Они сразу вздрагивают. Эй, где попрятались? А, вон вы там где. Давайте, давайте. О, еще. Короче, это игрище бесконечное. И они, и два взрослых, и два младших, просто стали похожи на маркиза, который сейчас вот они сравнялись. Они просто все впятером какие-то дерганые. Жалко, жалко. Надо будет поговорить на тему... Люди, любите животных, особенно котов и собак, а то вас съедят крысы. Пришел маркиз, эти гоняют. О, не успела даже камерой повести. За четвертым попрыгал. Пришел маркиз, там я положила кое-что, сама кушала. Кое-что... От моего бутерброда наши покрутили носом котики и почти не кушали. А этот, пожалуйста, маркизен. Выбирает. Эта малышня сидит на солнышке. Довольно-таки прохладный ветер. Сейчас 17:30. Неужели пчелки могут в это время летать? Они жужжат, я слышу, что жужжат. Так-то увидеть не могу. Шмели. А что такое? Точно, это шмели, правильно. Пчелки в это время не летают. Два огромных шмеля. В камеру они, наверное, не попадут. Я их сторожить, конечно, не буду. Но я их глазами увидела. И что делают шмели на нашей абрикоске? Вот шмель сидит. Так.
что это вообще такое, а? А что они делают? Нектар собирают, что ли? Надо почитать, прогуглить. Маркиз уже покушал и гуляет. Гуляет, пристройку пошел. Это для него знакомая территория, поскольку зимой он здесь был регулярно. И на чердаке среди травок в сене соломе выгревался. И мышки там, конечно, были его кушаньем. Маркиз, куда идешь? Куда иду, не скажу. Так много.